Тысячи сторонников Дональда Трампа вышли на улицы Вашингтона на акцию под лозунгами «За честные выборы». Они уверены, что противники действующего главы государства сфальсифицировали результаты голосования в ряде штатов, что обеспечило победу кандидату от демократов, бывшему вице-президенту Джо Байдену. О масштабных фальсификациях заявлял и сам Трамп. Он обещал обжаловать результаты голосования в судах. Одна из главных претензий республиканцев связана с подсчетом голосов, поданных по почте. Они уверены, что избирательные комиссии регистрировали бюллетени, отправленные уже после завершения голосования. Проверкой сообщений о фальсификациях занимается Министерство юстиции США. Но пока официально эти обвинения не подтверждены.